Сделать город комфортнее и приятнее для жизни благодаря личной инициативе. Так жилой дом по улице Труда номер 2 в Соломенном теперь будет выглядеть немного лучше. В рамках программы «Комфортная городская среда» общественник и кандидат праймери Сергей Ильин с инициативной группой выдвинули предложение покрасить в одном из домов Соломенного двери подъездов и обработать их антивандальным покрытием. Местные жители оказались только за. Мы провели опрос среди местного населения, да, и наиболее активные жители изъявили желание. Подъезды у нас постоянно обезображены наклейками, рекламой, разными надписями. Вот. Антивандальное покрытие позволяет этого избежать. Все листовки, которые будут клеиться на эти двери, они достаточно легко отходят. Мы бы хотели, чтобы к нам обращались и в дальнейшем, чтобы эту акцию реализовывать и далее. Помимо дверей подъездов будут приведены в порядок и кабинки для переодевания на пляже пески. Сейчас они изрисованы, а старое покрытие совсем не радует глаз и вместо красивой панорамы придает Онега угнетающий вид. По инициативе депутата Леонида Леменчука вместе с рабочей группой здесь будут проведены работы по улучшению объектов инфраструктуры. Люди не всегда уважительно относятся к городской собственности, пишут разные надписи, иногда просто клеят всякие наклейки. И мы сейчас будем красить вот эти места для переодевания специальным составом, который позволяет легко удалять все эти надписи. Это наша инициатива. Мы считаем, что город заслуживает прекрасного, чистого, ухоженного вида. И это такой маленький шаг на пути к цивилизации.